Всем привет, меня зовут Дмитрий Розенко, я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компании находить новых крупных клиентов с помощью LinkedIn, Facebook и бизнес-конференций. Меня часто спрашивают, как сформировать целевую аудиторию в LinkedIn, чтобы лиды закрывались на встречи. Смотрите, здесь есть несколько важных моментов. Первое. Вам нужно четко понимать, чем вы лучше других. Как это понять? И для кого вы лучше других? То есть, проанализируйте свой опыт. Вот здесь у меня табличка. Видите, такая простенькая. Заполните эту табличку по своим 5 лучшим клиентам. И определите, кому, какому типу клиентов вы даете максимальную пользу. То есть, для кому вы даете максимальный бизнес-результат. Не часы, не фичи, а именно бизнес-результат. Где вы максимально помогли либо сэкономить денег, либо заработать денег. Первое. Второе. Посмотрите, кто из этих клиентов, кто из этих типов клиентов принес вам больше всего денег. Доход, чистая прибыль. Отметьте эти параметры. И посмотрите на пересечении, кому вы дали максимум и кто вам дал максимум. Вот это будет одна из ниш, в которой у вас будут хорошие, сильные позиции. Почему? У вас есть опыт работы с такими клиентами, раз. У вас есть подтвержденные бизнес-результаты, два. Соответственно, вам уже есть о чем с ними говорить. У вас есть история, с помощью которой вы можете пообщаться с ними, рассказать о своих преимуществах, и им это будет интересно. Потому что клиентам не нужны инструменты, им нужны решения. Соответственно, вы говорите не про инструменты, как обычно, а вы говорите сейчас о решениях. Это важно. Дальше вопрос процесса. То есть вам нужно оптимизировать свой профиль под интересы этой целевой аудитории, создать кейс, в рамках которого свою историю вы упакуете, и отправить эту информацию, и, соответственно, в несколько касаний выстроить доверительные отношения с данными клиентами. Эта технология отлично работает для крупных клиентов, то есть это клиенты там 50, 100 тысяч долларов и так далее, и более, опять же, она требует времени. Зато она выбирает для вас правильных клиентов в том моменте, когда они еще только формируют потребность. Человек бегает по рынку и говорит, сделайте мне там eBay там, за 5000 долларов. Нет, ни в коем случае. Человек с вашей помощью понимает, как эту задачу можно решить, что для этого нужно, и какие для этого нужны бюджеты, сроки, какие технологии для этого используются. Таким образом, вы формируете под себя максимально лояльного и готового клиента. Более подробно внизу будет ссылочка в описании. Свяжитесь с членами нашей команды, мы расскажем подробно, как эта технология работает. Всем больших продаж и хороших клиентов. Пока-пока.